Почти 10 лет обращений и стопка писем во все инстанции. А проблема всего-то на 700 метров продлить 17-й маршрут. С этим пожеланием делегаты от садового товарищества теперь дошли до губернатора. Продлите этот маршрут без этих судебных издержек и всего остального. Там остановка есть? Да, обозначено. Чем май месяц ждать, а? Люди с 7-го года ходят, да. Чтобы на 700 метров продлить. Приведите этого перевозчика 17-го маршрута. Я ему сам скажу, продли на 700 метров. С понедельника маршрут должен ходить. После этого приема Сергей Миняйло повторно обратится в правительство страны с предложением возобновить в Севастополе временную регистрацию граждан России, получивших паспорта без штампа о прописке. Проблема стоит достаточно остро. Тысячи людей без регистрации лишены многих социальных благ. Эту проблему в городе предстоит решать комплексно и с помощью федерального центра. Кроме того, горожане жалуются губернатору на застройщиков и соседей, захвативших придомовую территорию. Строят вот два дома. Я что-то мы никак не можем понять, где у этих домов будет парковка, поскольку они два больших дома, 12-этажных. Где у них парковка, где у них... Они между своими домами вот так зажали, там хороший такой одноэтажный, есть у нас магазинчик. Каждого посетителя Сергей Миняйло принимает индивидуально. Слушает, спрашивает, рассматривает пакет документов по наболевшему вопросу и только потом выносит вердикт. Все это пока хорошо. Еще украинские документы. Разберитесь, пожалуйста. И с переходом тоже разберитесь. И с переходом, да, и со стройкой совсем. Ну, хорошо, разберемся. Все, спасибо. Такие приемы Сергей Миняйло проводит регулярно, в последнюю субботу каждого месяца. Чтобы попасть сюда, необходимо обязательно пройти процедуру предварительной записи, напоминают в правительстве. Эксперты делают акцент на то, что личный прием губернатора или его заместителей – крайняя мера. Порой проблему можно решить обращением в управляющую компанию, ГИБДД и прочие инстанции. А вот если ответственные службы упорно игнорируют ваши просьбы, тогда следует просить помощи у первых лиц города. Анна Малышко, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.